Плохо строили и в Томске. 13 миллионов рублей штрафов за нарушение закона о предоставлении жилья детям-сиротам заплатила за год мэрия Томска. На эти деньги можно было бы купить выпускникам детдома не меньше 6 квартир. Прокуратура проверила, как городские власти исполняют бюджет. Проверяющие в том числе установили, что множество контрактов администрация заключает без проведения аукционов. И, вопреки закону, не привлекает к конкурсам малый бизнес. Всего правоохранители направили в суд 24 заявления, еще по двум случаям могут возбудить уголовные дела.